Thank you, Pastor. Благодарю вас, пастор. Если бы это не было собранием в среду вечером, я попросил бы вас встать. Но я заметил, проповедуя многие годы, что в среду вечером, где бы я ни был, в Венгрии, здесь, в Финляндии, вы встаете, это тот момент, когда вы знаете, хорошо, я сделаю это в послушании, но... Откроем первое послание к Фессалоникийцам, 5 главу. Благодарим вас за ирландскую музыку. Мы рады вам и вашему служению. Святой Патрик – один из наших героев. Он был из аристократической британской семьи на восточном побережье Великобритании. То место, где сейчас находится Уэльс, когда он был подростком, его похитили и привезли как раба в Ирландию. На холмах Ирландии он пребывал в отчаянии. Ему было 16 лет или около этого. Он пас овец для своего хозяина в рабстве, думая, вернется ли он когда-либо домой. Но там, на зеленых холмах, он сказал в своем сердце: «Бог, помоги мне». Его отец и семья были верующими в Великобритании. Они были разделены водным пространством, но все равно они были вместе. После 6 лет пребывания он убежал и возвратился домой, и Бог вложил в его сердце: «Я должен поехать обратно в Ирландию, мне нужно проповедовать, мне нужно поделиться проповедью, они погибают. Они в нужде, они язычники, они неверующие, и никто не приезжает к ним». Я думаю, что он крестил и обратил 125 тысяч людей, 300 церквей было насаждено. Это было в 400-х годах. Он святой, которого почитают и католики, и протестанты. Мы это делаем, потому что... Он приходил с вестью Христа, воскресшего Христа, веровать в Него, обращаться от своих идолов и язычества к Христу, и Христос изменит вас. Аллилуйя! Я бы хотел сегодня поделиться коротко из своего сердца. Я надеюсь, что это так. Я думал, что это будет происходить таким образом. Эти стихи и сказать очень просто. Вы готовы? Готовы? Повернитесь к вашему соседу. Скажите: «Счастливого дня, святого Патрика». Нет. Вы готовы? Готовы? Пастор Хедли, благодарю вас. Удивительно. Первая Фессалоникийцам, 5 глава, 11 стих. Возможно, это то, что вы только что сделали. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Пребывание вместе – это назидательно. Знать веру друг друга, знать наши сердца. Когда Давид убил Голиафа, Иоанн признал это, и сразу же его сердце было соединено с Давидом. Духовная связь, глубокая связь и важная связь. Стих 12. «Просим же вас, братья, уважать труждающихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас». Я думаю, что у нас есть много привилегий знать этих людей. Пастор Хедли,
Вы только что поделились. Пастор Вриланд сегодня с нами, пастор Брукс. Многие на протяжении многих лет в наших началах во Христе, еще в Новой Англии, когда мы видели и слышали проповедование и видение миссии, и мы запрыгнули и стали слушателями. Святой Дух действовал в нас, как это происходило на Евроконе 2 недели назад, когда собрались вместе свыше 1500 человек. Это было духовным переживанием, когда над собравшимися пребывал покой, и люди едва шевелились, слушая, что Бог говорил в Слове. На таких собраниях мы хотим знать тех, кто трудится среди них и имеет множество почтения к ним. Часто это непросто, извините. Часто это нетрудно понимать, кто они. Ханнелли, Эйя, Эйви, Пили, пастор Мати, все это Финни, Пайви, Адам Спиди, Мелинда, они с нами в этом году. Мы признаем пастора Хедли, пастора Кеннона, пастора Эйдена. Мы признаем людей, пастора Берри, Соня, Кэрен Престон, учителей в Академии Грейта Грейс, Дага Дженсона. Давайте поаплодируем ему, где он. А как насчет тренера года, века, относится к Шарли? Он женат на Джен. Стих 12. Они трудятся среди нас и вразумляют вас, поправляют вас. Сколько раз мы нуждаемся в некоторой коррекции? Сколько раз нам нужно, чтобы кто-то сказал нам, как есть? Сколько раз мы молимся, чтобы кафедра явила это? Сколько раз мы говорим, Господи, не сдерживай, приготовь меня к вечности, помоги мне переступить через меня самого? Вот здесь у меня очки. Я бы хотел, чтобы они были другой формы, розового цвета, и прийти в них в церковь, одеть очки и слушать через эти очки. Звучит забавно. Но такое происходит с людьми. Они не могут слушать меня точно так же из-за того, как они слушают через свой опыт, через свое воспитание, свои раны, беспокойство, свое замешательство, свою плоть, характер, все, что бы ни происходило в их жизни. Мы все знаем это, потому что это происходило с нами. Когда я когда-то был в растерянности, раненый в моей христианской жизни, я приходил и слушал, через слышание в моей боли, моей раны, моей растерянности. В некоторой степени это нормально, но если это продолжается, и все, что я слышу, находится за пределами духовной объективности, то я могу это интерпретировать субъективно, а также представлять, что каждая проповедь обо мне, представлять, что все сказанное относится к моим бедам, к моей жизни, каким бы ни был случай. Мы должны охранять себя от предвзятого слышания. Евангелие от Луки 8:18, Христос сказал, «Будьте осмотрительны, как вы слушаете. Вы должны слушать через Моего Святого Духа». Мы только что были в Европе с большой группой людей. Это было удивительно, как я ощущал в общении, как люди действительно слушали. Там было помазано,
помазание, и мы ощущали, что Бог говорил с нами. Я думаю, что объективность в том, что я живу не в Москве, я не живу в Польше, я не в Германии, я не знаю этих ситуаций. И вот когда они слушают с ясностью и с большим уважением к тому, что говорится в Слове и к вестнику Слова. Позвольте, я повторю это, к Слову и к посланнику Слова. Потому что точно так же, как сейчас пастор Хедли сказал, и это слово коснулось наших сердец, он сказал: «Мой папа даже не знал, как он оказался в старших классах гимназии доктора Стивенса в Массачусетсе, слушая, в то время, как я был в Эквадоре с миротворцами». Дух Божий – это работа Бога среди нас. Дух Божий направит нас. Я прочитал иллюстрацию. Если вы участвуете в сафари в Африке, у вас есть проводник. Вы приезжаете из Америки, у вас большие ружья. Проводник там, он ведет вас, где находятся животные, проводит вас через саванну, и затем он приводит вас к тому месту, где вы можете сделать ваш выстрел. И вы практически говорите проводнику: «Отойди в сторону», вы вскидываете ружье и стреляете. И проходит таким образом ваша охота. Проводник. Вы не можете обойтись без него, но сколько признания он получает? Когда вы закончили охоту и приводите трофеи домой, выставляете это в доме, на стенах зала, вы только и говорите о своей охоте, а тот парень где-то в Кении... И ему нет никакой почести, никакого признания. Я хочу, чтобы вы подумали со мной. Понимаете ли вы, что это в действительности Святой Дух, который не получает почтения, но указывает на Христа? Вы знаете, что Святой Дух ведет в вашей жизни, и вы ничего не можете сделать, что имело бы какое-либо значение без Святого Духа. Вы понимаете, что вы не можете читать Библию и наслаждаться ею, если там не будет Святого Духа? Вы знаете, что вы не можете привести душу к Христу без Святого Духа? Ваши молитвы вознесутся до потолка и отскочат обратно, если это не будет действие Святого Духа, ведущего нас в наших личных жизнях. Но я предупреждаю вас, и я говорю это также и себе об этом. Будьте внимательны вот с этим, с вашей плотью и с моей плотью. Мы не можем подкупить нашу плоть, чтобы она стала активной участницей тела Христа. Посмотрите на стих 13. «И почитайте их преимущественно». Почитайте их очень высоко. Я размышлял над заповедью: «Почитай отца твоего и мать твою». Вы читали это? Спросите вашего соседа, читал ли он это. Вы почитали вашего отца и мать? Что вы думаете о вашем отце и вашей матери? Да, правда? Да. Я пошел бы даже дальше. Уроки химии в старших классах. Я отношусь с почтением к моему учителю. Если вы старшеклассник в школе, в детском саду, вы почитаете
вашего тренера по футболу, который занимается с вами. Возможно, он ведет себя как солдафон, был неверующим и исповедовал в тайне язычество, а может быть и открыто. Но я уважаю, мы с вами должны иметь уважение в наших сердцах ко всем людям, которые встречаются с нами. Да, возможно, бывают болезненные вещи, но мы прощены, и мы прощаем других. Возможно, ваш отец не был лучшим, но, возможно, он делал все, что мог. Возможно, вы жили в бедности, но уважаете ли вы и почитаете ли вы ваших отца и мать? Возможно, есть причина, чтобы этого не делать, но переступите через это. Есть природа Бога и Дух Божий в нас. И когда это касается служения, то это именно то, что дьявол хочет превратить в отбросы. Он хочет дискредитировать Божьих людей, Божьих мужчин, Божье Слово и Божью Церковь. Но мы не такие, потому что мы знаем, что если есть что-то плодоносящее в нашей жизни, то это не произошло от нас, но от того, кто знал, что они делали. Они знали, как говорить, как направлять, они были даны нам как дары, они были даны для назидания, ободрения, чтобы вести нас. Откуда это взялось в умах наших лидеров, чтобы мы шли по всему миру с Евангелием? Но это пришло из Библии. Но куда это перешло из Библии? В сердца наших лидеров. И наши лидеры сказали, мы можем это сделать. Но откуда взялась такая вера? Она пришла от Святого Духа, который сказал, что мы способны, потому что Бог так сказал, и Христос это сделал. Давайте пойдем. У вас есть какое-нибудь уважение? У вас есть уважение и почтение к людям, которые прошли перед вами, дать им почесть и признательность, что это был Бог, который использовал их, и это Бог, который использует вас и меня в эти дни. Конечно. Я думаю, о вас, присутствующих здесь сегодня, это доказательство вашего уважения и как вы высоко цените то, что мы делаем по Божьей благодати с этой удивительной книгой. И как мы слушаем. Да, есть дни, когда я слушаю через очки предвзятости, через свою рану, боль, беду. Но нужно вырасти дальше этого, потому что это не уйдет само по себе. Вы будете переносить это во всякое взаимоотношение, вы можете переносить это во всякую церковь, в которую вы идете, вы можете нести это в ваше будущее, вы можете так и умереть с очками предвзятости на вашем уме. Но вам нужно принять решение в вашем сердце своим образом, перед Богом, лично, и быть исполненными, свежепомазанными, чтобы вы могли участвовать в жизни тела Христа. Трудно, когда вы крещены в тело Христа, и вы часть органического тела Христа. Трудно оставить его. Эти люди были вместе с вами много лет, и я говорил это моим друзьям, что это трудно покинуть Грейта Грейс. Но, конечно, мы можем. Но я должен также сказать, мне нужно проверить, почему я ухожу. Из-за моей раны, боли, беды, моей истории, моего падения или из-за того, что я заражен чем-то, ложью о моих братьях и сестрах или о работе Христа и природе этого? Я имею в виду, я ведом в Сахару моим проводником. Есть ли у меня кто-то, кто может вести меня, кроме меня самого? Или же я предпочитаю идти своим путем и распространять много тени, подозрительности, много недоверия в отношении мотивов людей? Я рассказывал вам историю, и я ее повторю. Мы закончим через несколько минут. Когда мы в первый раз поехали в Венгрию, в первый год с нами была одна женщина с дочерью в нашей церкви. Вы помните эту историю, кто-нибудь? История номер 42.
После некоторого времени нашего пребывания там, женщина сказала: «Я знаю, почему вы здесь». Помните? Я сказал: «Правда? Почему?» «Вы здесь, потому что это лучше для вас быть здесь, чем в Америке». «Почему?» «Потому что здесь люди лучше, ситуация здесь лучше, и ваши деньги здесь лучше. Вы можете жить спокойной жизнью здесь, климат лучше, да и все лучше». Я был шокирован таким отношением, потому что эта женщина была с нами уже много месяцев, возможно, даже год. Но я понимаю это, потому что это очки предвзятости, и они реальны, не только для нее, но и для меня. Я думал, а права ли она хоть в чем-то? Может быть, все-таки права? Но на самом деле это приключение, есть много радости, у нас есть видение для страны, и мы так рады этому. Вот что сказал Павел: «Я не сужу себя, потому что в тот день меня будет судить Бог». Оставим суд Богу на тот день. Поэтому я не расхаживаю ни с какой мыслью с осуждением доктора Стивенса. Он с Христом, лучшим судьей. Оставьте это. Это не ваше дело. Вы можете предстать перед Богом и поговорить с Ним об этом. То же самое касается и со мной. Если я живой, то, пожалуйста, забавляйтесь, судите мертвого человека, ушедшего к Богу. Но если это имеет отношение ко мне, то придите ко мне, дверь открыта. Есть такая песня: «Двери широко открыты». А, сердца широко открыты. Видите, насколько я внимателен? Послушайте, многое из предвзятости касается только меня и вас, и наших взаимоотношений с Иисусом, чтобы быть здесь и слушать правильным образом. Во многом имеет отношение к тому, разобрались ли вы с тем, что в вашем сердце, с вашим осуждающим духом, вашим надменным духом, вашим духом безразличия, вашим духом критиканства, с вашим отношением осуждать относительно всего, частью чего мы являемся. Послушайте, вы не сможете справиться без проводника. Он должен вам показать. И в конце дня вы принимаете признательность за это. Но на самом деле вы не смогли бы этого сделать без этого человека. Вы бы оказались в болоте. Вот что я хочу сказать. И я думаю, это радость иметь возможность сказать это. Стих 13. «Почитайте их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собой». Я видел людей, которые вступают в схватку из-за цвета ковра. Я слышал это в своем уме. Я имею в виду, что я и видел, и слышал, наблюдал в своей жизни. Я уже 4 десятилетия часть этого. Я видел это в Финляндии, в Венгрии, я видел это в Балтиморе, я видел это в Массачусетсе, я видел это в Мэне, и я видел это повсюду. Везде, где есть люди, есть и возможность, чтобы произошла ядерная война. Есть люди в очках предвзятости, и они говорят: «Почему вы так говорите? Идите и будьте ведомы Духом Божьим и Словом Божьим, и у вас не будет проблем с принятием этого». Посмотрите на эту часть. Стих 16. «Всегда радуйтесь». Вы смеетесь, вы радуетесь, у вас легкое сердце, вы служите людям. Страдаете ли вы хорошо? Вы научились дарить, вы можете заботиться о других. Вы радуетесь все время. Я получил недавно от пастора Коллинса имейл о женщине в Канзасе,
которая слушает наши проповеди. Она сказала удивительные слова о нас. И то, что она слышит, радость, мудрость, проповеди. Это было так ободряюще. Радоваться всегда. 17 стих. Непрестанно молитесь. Возможно, у вас есть проблема с очками предвзятости, потому что у вас нет молитвенной жизни. Вы не научились, как открывать ваше бремя в молитве, оставлять это у подножия креста. Возможно, вы не были исполнены Духом Святым лет 20, и вы не знаете, как снова быть с Богом. Возможно, вам нужно стать серьезным с Богом в вашем сердце и сказать: «Бог, я не уйду из этой комнаты, пока ты не прикоснешься ко мне и не подвигнешь меня, и не наполнишь меня, и не удовлетворишь меня, потому что Ты Бог. Я хочу, чтобы Ты вел меня не моим путем, но Твоим путем. Я возьму крест и подчинюсь Тебе, и я найду новый путь в жизни и буду частью тела Христа». И буду пить от Духа. Стих 18. «За все благодарите». Какое это замечательное слово! Сколько проблем исчезли бы, если бы мы за все благодарили. «Ибо такова о вас воля Божья». Духа не угашайте. 19 стих. Когда-то я был в Мэне, в холле, и у меня был тяжелый разговор о предопределении. Я учился в библейском колледже. Через зал идет пастор Стивенс. Он смотрит на нас, подходит, смотрит серьезно. И затем он идет дальше. Это его радость и свобода, и служение. А вы, ребята, грузитесь, беспокоитесь в своих сердцах. Возможно, вам нужно возблагодарить за то, что вы спасены по Божьей благодати. Он избрал вас. Ну что в этом непонятного? Бог избрал вас, и вы понимаете, что я имею в виду. И последнее, стих 20. «Не пренебрегайте таким проповедникам, как пастор Шалли». Это совершенно точно, там, на греческом языке. Не уничижайте пастора Шибели, пастора, и вы можете подставить там, какое захотите имя. Вы принимаете, если есть упрек, вы принимаете, если кто-то вас поправляет, вы принимаете, если кафедра поправляет вас, вы принимаете это. Если вы обескуражены в своем сердце, приблизьтесь к нашей вере, подойдите сюда, посмотрите на нас и спросите, все ли в порядке. И мы посмотрим на вас и скажем, по крайней мере, я скажу, все в порядке. Мы можем сказать, побудем вместе, у вас все хорошо, мы любим вас. Здесь нет проблемы, здесь только истина, ободрение и у нас есть проводник. Эта церковь не руководима эмоциональными людьми. Эта церковь не руководима критически настроенными людьми. Эта церковь не руководима аналитиками. Эта церковь не ведома чьим-то характером. Она не ведома раненными людьми. Она не ведома, надеюсь и молюсь, мною или еще кем-то здесь или чем-то. Мы хотим быть ведомыми проводником, Святым Духом, который приведет нас глубинам и могущественным и живым вещам. Наши критики часто не заботятся о евангелизации, они не заботятся о миссиях, они не заботятся о всеночном молитвенном собрании, они не заботятся о посещении церковных собраний, они не заботятся о том, чтобы взять крест, они часто заняты своей жизнью, и вот как они расхаживают в очках предвзятости и хотят, чтобы церковь шла их путем. Мы молимся об этом. Я думал, Господи, будь милостивым к человеку, который однажды займет мое место. Начните молиться прямо сейчас. Почему бы нет? Потому что это будет... Пусть Бог поможет ему. Ему понадобится проводник и тело,
и любовь, и молитва, и ободрение. Точно так же, как это происходило в наш переходный период, и для следующего понадобится Бог, чтобы повел, и никто не может этого сделать. Если вы делаете это естественным образом, уведете в сторону. Мы видели, как это происходит. Некоторые из наших братьев и сестер, которые когда-то сидели здесь десятилетиями, они споткнулись на чем-то, и где они? В каком-то болоте они живут? В каких бедах они наслаждаются? В какой пустоте они размышляют? В какой глупости они находятся? В каком жаре? Где пыл, усердие, убеждение, благочестие, выигрывание душ? Где миссии, где молитвы и направления? Это каким-то образом утрачено этими предвзятостями, которыми является моя плоть. Это было удовольствием проповедовать об этом. Здорово. Благодарим Тебя, Господи, благодарим Тебя, Церковь, благодарим Тебя, Дух Святой. Мы приносим пред Тобой нас самих и всегда желаем глубокого глотка воды Святого Духа, большого глотка, удовлетворяющего, освежающего, ободряющих слов жизни. Забывая прошлое, мы идем вперед, слушая голос Духа, говорящего: «Следуй за мною». Неважно, где ты был, что ты сделал или кто ты, то, что имеет значение, кто твой проводник, кто тебя вел, как ты идешь туда, каким образом твоя жизнь станет плодоносной. Каким образом ты будешь полезным? Куда ты идешь? Суть в том, что церковь – часть этого руководства, но не единственная часть. Это ваше сердце. Это ваша личная жизнь. Это то, где вы на самом деле живете и чего ищете. Это важно. Несите это к Иисусу. Каждый день приносите свое, сделайте краткие записи, прощайте много, снова прощайте, снова прощайте и забывайте, прощайте снова и забывайте, и будьте исполнены Духом и будьте ведомы. Если вы сегодня здесь и у вас нет Иисуса, сегодня ваш вечер, примите Иисуса в свою жизнь. Вы не присоединяетесь к церкви или к чему-то, но вы приходите к Христу, и Он берет вас и спасает вас. Скажите Иисусу: «Я верю в Тебя, я верю». И поднимите вашу руку. «Я верю в Тебя, я верю в Тебя». Скажите Иисусу: «Я верю в Тебя, я доверяю Тебе». Благодарим Тебя, Господи, во имя Иисуса мы молимся. Благослови нашу постановку в воскресенье утром о Гефсимании. Некоторые из нас поедут в церкви в Вест-Палме, Майами в четверг и пятницу. Возвращаемся в субботу. Благослови эту поездку и всех на полях. Во имя Твое. Аминь.